селедочника. Ну, покажи грибочком. Он какой симпатичненький, ну, да, хорошенький. Да. Грязные. Всем приветик, мы на юности. Посмотрим, какие сегодня есть новиночки. Посмотрим, что сегодня нового можно будет раздобыть. Но особенно интересуют новиночки. Кто же на чем сидел? Кто на чем сидел? И девочки, что наши, паковали. Одна говорит, меня собака не пустит домой, если я не понесу ничего. Одну паразитки. Ну, я бы не сказал, что... Какой смешной стаканчик с барашкой. Все равно даже вот эти кастрюли, чашки. Вот сказали сделать там 100 тысяч сделать. Известный чайничек Полтава. Крышечки нету, орехи. Жаль, забрала. Бусики с натуральных камней. А сколько вот такие бусики стоят, вот с натуральными камушками? Вот такие 100 гривен. 100 гривен. Ну вот, смотрите, какая прелесть. О, сегодня много керамики. Сейчас извините. Ничего. А, какая прелесть, керамический чайничек. Да, сегодня керамики много. Для любителей керамики. Да, в последнее время керамика очень пошла в моду. Вот, смотрите, я сейчас покажу. Ну, будем рассматривать, будем восторгаться, восхищаться. Спасибо, что вы в комментариях пишете, когда вам что-то нравится. Ну, а кто пишет мне, что без восторга в комментарии, то простите, мой канал развлекательный. Поэтому восторги будут. Чем вы расстроены, расскажи? Ну, вот я же говорю, вот просто, ну, вы понимаете, каждый человек сейчас устал, и морально. Да, и все, собирались, и пойдя семья, когда я не вошел, пока я перетрущила вся ясно, спасибо вам. А вы ее в руках подержите, я вас не буду показывать, только ваши руки. Нет, только ваши руки. Красивая корзина. Как-то вот так. Да, красивая корзина такая. Это для фруктов, фруктовница. Это редкая и старинная вещь. Да, очень красивая. Вот, пожалуйста. Минский межколхозный завод. Это значит, там есть ручная роспись. Вот, это дорисовка золотом, да. Потому что они или ручную расписывали, или дорисовывали золотом, да. Очень. 80. Какая ракушка шикарная, действительно. Вау. И кто это, чье это производство? Смотри. А это городница. Городница, да. Ну, а вообще, сколько она вот у вас стоит на сегодняшний день? Я понимаю, что цена может меняться. 350 за 300. Угу. Боже, какая же красота. Без крышки. Он какой красавец. 350 за 300. У настоящего. Но цены вы... Ага. Посмотрим. Да. Я же еще похожу, посмотрю. Так, что по чашечкам? Чашечки красавцы. Чайник снимали это барана? Нет. Барановка, да? Да. Это тоже, кстати, ручная роспись, да, по-моему. Ручная роспись. Красавец. Ну, на сегодняшний день его цена? Ага. А этот штоф, это с натуральной, да, крышечкой родной, притертый такой, очень красивый. А можете его приподнять? Боже, да чего ж, какой красивый штофчик. Ой, какая там у него еще юбочка. Посмотрим сейчас еще. Вот. Советские рюмочки с крошечкой. Это, по-моему, немецкие, ГДРовские. Угу. О, а вот какая красавица. Но она, по-моему, одна. Ой. Да. Это очень редкое стекло.
знаю. Да. Она у меня одна. Красиво. Это хрусталь, кстати это говоря. Хрусталь. А вот Чехословакия. Да, ой, элегантный какой. А сколько вот они на сегодняшний день стоят? 150 гривен одна штучка. 150 гривен одна штучка. Ну вот, чтобы вы понимали, цены меняются. Поэтому то, что мы говорим, это не значит, что завтра будет другая цена. Правда же? Может быть другая. Вот такая вот красота. Так. Малявочка. Это как-то радужное стекло, кажется, называется. И симпатяшки. Просто некуда ставить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек. А, вообще 12, да. Фужеры есть и есть эти под шампанское. Так, 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 так. О. Ручная роспись. Селёдочница. Это старая барановка, всем тоже известная. Ну, такие почти агашки. А это что у нас за красота такая? Вот это вот. Типа конфетницы. Это ж керамическая, да? Керамика, да. И нога у нее такая красивая. Кто ее сделал? Ну, ну наверное, не современная, нет? Не знаю. Угу. Ну, симпатичная, красивая. А вот это какая супница шикарная. Она с крышкой? ГДР. С крышкой? О, еще и с крышкой. А ну переверните, посмотрим на эту красоту. Вот это, конечно, да. Очень красивая, такая важная мадам. Минажница, минажница. Минажница. А такая минажница в какую цену на сегодняшний день? Какое шикарное ведро. Это хрусталь? Мельхиор. Мельхиор. Да, всегда очень красивый. Вот набор красивый. Да, это, кстати, Чехословакия, похоже. Вот, я так и подумала. Набор очень красивый, Чехословакия. Ваза вот такая вот есть, шикарная. Ваза. Очень красивая. А сколько она стоит? Да. Всего, да? Ой, какая ее поднять невозможно. Это точно мурановое стекло. Чашечка Киев. Это, наверное, детские такие детские чашечки, да, детский, да, набор. Да. Так, насматриваемся, получаем удовольствие и приезжаем, покупаем. И не надо мне писать в комментариях, что мои восторги кому-то там мешают. Да, у меня восторги. Долбыш, симпатяга, конечно. Доброго желаю. Но, как правило, такие и попадаются. А это серебро? Нет, нет? Там, это мельхиор с натуральным камушком. И сколько такое стоит? А что за камушек? Прессованная, наверное. А у меня с аметистом вот серебряные сережечки. Угу. С аметистом серебряные сережки. Потом такое колечко серебряное. Угу. Потом вот такое колечко на мельхиоре. Пардон, где-то оно там запало. С янтарем. Это тоже серебро? Нет, это мельхиор. А у вас, я смотрю, вот по ювелирке немножко так добавилось интересненького, правда же? Да. Со своих этих. Да. Вам спасибо. Натуральных очень много украшений, натуральные камни. А вот этот кошачий глаз, по-моему, называется, нет? Авантюрин. Авантюрин. А, точно, авантюрин. Там же вкрапления вот эти вот такие блестяшки. Сколько они стоят? 100 гривен. Это хризопразик. Хризопразик какой милый. Это, кстати, вот этих времен еще старый хризопразик. Даже застежечка у него вот старенькая. Угу. Да, еще те почем? 100 гривен. Как
такая шкатулочка красивая, да, деревянная, ручная работа. Внутри на бархате. Да. А как-то... О, боже, какая прелесть. И сколько такая красота? 250. Очень красивая. Ну вот, буду опять восторгаться, восхищаться. Ереван. Ереван, поднос. Этот. Мельхиор, правильно? Да. Угу. Угу, я думала, мулине заберут, потому что так спрашивали про это мулине. Какая симпатичная. О, это кувшинчик такой же. И три чашечки получается наборчик. О, еще и сахарница. А сахарница? 40 гривен. А сахарницу хотела посмотреть. Вот она. О, вот это ж как раз хотела показать. Сахарница вот такая. Это у нас все барановка с золотом. Блюдо. Ручная роспись, красиво. Ну-ка, блюдо, блюдо. Давай посмотрим, кто его сделал. О, это старая барановка. Клеймо старой барановки. Да, блюдо классно. Сколько такое? Целое. Заберем. Да. Блюдо целое. Заберем. Я его заметил. Молодец. 10 гривен баночка. А то, что вот это вот, это вот. Черный когда-то ракушка. У меня полно. А это сцены, пасторальные сцены. Это, по-моему, Германия, да? Такая Польша. А, Польша. И есть еще такие и чашечки. Вот, 6 чашечки и 5 блюдец. Посмотрели камни. Хочу сегодня показать вам украшения. Вот это так много натуральных камней. И цены колеблятся. 150 гривен, 100, 200, 250. Для любителей бижутерии. Там натуральные. Я вот и вижу, что это натуральные. Да-да-да. Вот и говорю про это. Колье из натуральных камней. И вот камушки тоже натуральные. Короче, на любой вкус, на любой цвет. Чехия. Ой, какая симпатичная, красивая. Цвет красивый. Цвет очень красивый, да. Пока мы ее приблизим. Красота. Угу. Деревянная тарелка. Тарелка. Тарелка, да. Это как-то называется этот... Это... Очень дорогая. Угу. Покажите. О, ручная роспись под нос. Это на стену тоже можно повесить. Ну, да, да, там даже есть штучка, да. Красиво. А вот какой элегантный бокал или элегантная креманка. Так, я боюсь ее поставить. Поставьте сами, пожалуйста. Новинка, да? Да, большая, средняя. Так, новиночки, хрустальные ладьи и петушочек. В идеальном состоянии. Новиночки. Чайничек. И вот этот чайничек, это тоже вроде новиночки. Угу. Так.